Записываю это. А у меня лагает то, что я хром забыл выключить. Ой-ой-ой! Все, попал. Я такое записал. Тихо, лови его. Все, он РП снял? Да. Тайм. Все, его захватил. Куда? К нам везти? Вези в ангар. В ангар вези. Так нечестно пишут. Слышь, отыграй через мисс, связал руки этому медику. Быстрей, потому что он может убежать. Заклеил рот. Все, я в ангаре стою, что с ним делать дальше? Теперь отыграй Мия, заклеил рот. Я заклеил рот уже давно. Теперь через Мию, типа, взял его на руки и это. Ну, в угол. Я псов взял. Положил в угол. Ну и что он считает? Теперь же скажи. Погоди. Все, он сидит в углу. Все, теперь это. Я с оружием, если что, буду стоять. Он они в лес включил. Наши подъехали. Я мужская звезда, пишет, но РП чат. А, точно, ты забыл. А если он офница, это Рацию будет... забери. Чего забрать? Рацию через МИ забери у него. Забрал рацию, я ее сломаю тогда. Слышь? Я напишу, что сломал рацию. Нет, ты же через нее будем... А, он пишет, хах, у меня ее и так уже забрали. Здорово, ребят. Привет. Ну видишь, как морская звезда валяется в углу. У меня он стоит просто. А паспорт? Забери у него паспорт. Тихо. Да, знаешь, как сделать, слышь? Типа больше освещения, знаешь, какой-то на допросах. Снимаешь? Да. Блин, это эпично. Я уволю. Уволь. Да, прикольно, уволь, конечно. 358-й, это гражданский. А, ключу.
Подожди. Опа, этого мочи быстрей! Черт. Там целая машина, по-моему, приехала. Стоп, там ФБР. Да, я и говорю. Насрать. И там наши. Ух. Ух. Два из нас. Ой, бля. Совещенцы. Загнула часы перед тем, как после того, как стянул. На там точно тайм я пропишу. Чувствуете боль? Да, мы должны чувствовать боль. Чувствуете боль? А, блин, я неудобно мышку взял. Ау-ау-ау-ау. А как он кричит, если... Так, все тихо. Выкинул кей. Да уйди. Я ему дам телефон. И на этом моменте нам включать это, использовать чудес музыку. Я дал телефон только что. Я понял. Дима Светлов увал меня. Нифига, Ксюша успевает писать. Не отвечают. Тихо, убери. Ты снимаешь, да, все это? Да, снимаю. Это должно в выпуск войти. Уже рендерится выпуск. Следующий. Следующий. Карауль, я туда, к этому, к ФБР. Угу. Помогите, меня похитили. Блин, еще ломка.
Он в ответ ничего не сказал. Он сказал, что типа я заброшен в аэропорту, бла-бла-бла. Он ничего не сказал, сбросил. Я засеку таймер, слышь? Сань. Ага. 6 минут. Все, я 6 минут поставил. 6 минут таймер пошел. Ну что там? Следи за входом, если что. Слышь? Подожди. Блин, как не вовремя. Как же это не вовремя это произошло, а? Быстро сбрасывай, сбрасывай звонок. Спасибо, молодец. Только мышка так и осталась. Он туалет хочет. Ему вернуть рацию? Да. Слышь, заложника веди к сюда. Веду. Он не связан, руки связаны, только напиши это. Сюда. Опа, это ФБР? Да. Мы ее камнем ударили по голове, она говорит, ай, больно. Она меня обыскивала, кстати. Сейчас я ей дам. Если что, у меня запись еще стоит. Да, это хорошо, только надо было тебе тут стоять. Она обвиняет, что мы нон-РП, то, что мы грабим, а я говорю, что она нон-РП в том, что она... Обратно? Его обратно в ангар повели. Слышь? Угу. Я пойду прослежу, чтобы это... Скажу, чтобы следили за ним. Так. Чувствую, нас сейчас посадят тут всех. Да? Слышь? Чё? Я бегу обратно уже. Что? Быстрее сюда.
Где машина? Вон машина за углом стоит. Опа, она поехала. Да-да. Она не наша? Да, не наша. Стоять. Время, кстати, минуту осталось. Слышь? Или как мне бесит скин. Осторожно сейчас, следи, пушку готовь, если что. Что делать? Стрелять по ним? Что? Если что, просто сейчас мясо может возникнуть. Где заложник-то? Он сидит в ангаре. Подстава за ангаром? Слышь, она баллончик взяла. Ничего, это пугает. Так, тихо, я проверяю ангар. Заложник там стоит. За ангаром машина! Две машины! Едут! Черт! Чика! Чего, стрелять? Нет, конечно, это на РП. Стоимся на месте. Да? Меня убьют сейчас? Меня убили. Я опять в тюрьме. Меня первый раз посадят, походу. Я представил, лидер сидит. Блин, 1200 секунд опять в тюрьме сидеть. Что, все, останавливать запись? Нет, нет, снимай. Снимаю. Так, меня оставили тут, как главаря всего этого. А что произошло-то? Стоп, можно валить! Нет, не можно валить. Достал электрический пистолет. Все, у меня пипец. Посадят? Угу. Давай в одну камеру. Мне дают звездочки. Похищение, две звезды. Все. А че не ко мне в камеру-то? Сейчас? Нет, меня не убили. Меня тебя повалили, а меня как это сейчас повезут. А ты в них начал стрелять? Я не начал стрелять, просто меня начали стрелять. Я один раз выстрелил в машину и не попал. Меня начали стрелять. Да то не попал даже. Это пипец. Понимаешь? Угу. Мне неохота статистику было портить. Но это было круто. Ты снял, как они подлетели? Как две машины подъехало? Конечно, ты... снял. Я в это время побежал за ними посмотреть, потому что там написали подстава за гаражом. Я побежал смотреть, а оттуда две машины вываливают. Я разворачиваюсь, бегу к вам, а там еще машина стоит. Давай ко мне. Скажи, чтоб ко мне поселили. Блин, еще и этот. Ладно, хоть нарко не забрали. Блин, почаще надо так разыгрывать. Я считаю. Ребят, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. За такое-то. Ой.
Вы можете, кстати, меня по РП спасти еще? Как? Мы уже приехать могли, расстрелять и сорвать меня. Эх. Я в тюрьме сижу. Меня чуть не забыли сейчас. Ребят, тайм-код за такое. Да не поворачивайся. Ох. Смотри, какой красавчик. О, Джон Коннор ко мне поселился. Мне Никита написал, запили меня 9-м рангом. Ты идиот, что ли? Ты 5 звёзд у меня, я где-то час буду сидеть. Да? 10-м рангом он пользуется, идиот. Мы где сейчас находимся? В ЛВ, да? Или... Мы сейчас... Меня везет просто... Мы... ТВ-210. Ой. Тьфу ты, идиот. Ну чё, где ты? Меня в тюрьму. О, Дина Клементе. Ой, М13. Я сейчас все еще записываю. А тут можно РП отыгрывать? Только не говори, что это ты тут.
Я совпадаю. Здрасте. Сколько тебе? Арест один, все. Репутация попорчена. Мне 600 секунд, потому что знакомый. Ой, тебе по... Ах ты гад, а! Вот ты... Мне еще сидеть 700 секунд. 574. Ах ты гад. Ну все, я останавливаю запись. Да. Ну все, ребят, подписаны с... Ну, кому понравилось, короче, ставьте пальцы вверх. Потому что да, я охерел просто. Побольше таких видео надо, по-моему, проводить. Да, надо почаще подохватывать. Аресты теперь нарушены, теперь я не буду всячески избежать арестов, все равно уже. Да. Теперь мы будем в законе. Что? В законе? Мы будем почаще так вот это устраивать. Все, ставь с лидеркой, иду на первый ранг, короче, в копы. Да, в копы, первый ранг, конечно. Ладно, все, давайте, всем пока. Мы так присядем, дыхалка. И пись наконец.